Здравствуйте, ребята. Я вам показываю сейчас в блюде. У меня находится мясо перепела. Это половина тушечки. Разделяла я их вдоль, як по спині, як по грудинке. Из тушечек удалили мы крылышки, удалили вообще шею. Вот тут вот такие коленки тоже я убрала. Хребтовую убрала, крылышки убрала и шею убрала. Замариновала мясо в алкоголе. И будем его сейчас доставать с этого алкоголя. Ставить на решеточку, дабы влажность вся стекла. Вот такие вот половиночки. Это мясо перепелов породы альбинос техасский. Меня зовут Хитрук Елена. Я житель южной части Украины. И являюсь заводчиком перепела. Самого крупного из мясных. Белый фараон американский, снежный фараон. А в народе говорят техасец. Альбинос техасский. Самая крупная из мясных пород. Она у меня единственная в хозяйстве. Можете ознакомиться в плейлисте «Перепела» у Хитручки на кухне о нашей птичке. Я всегда мариную перепелов, разделяя на две части. Ну и оставляла крылышки, оставляла шею, хребтовую и вот это вот коленка. По просьбе своих детей просили: мама, як поменьше оставляй косточек. Тушечки крупные и тушечки от наших петушков и курочек. Резали эту птицу, ей было 52-53 дня. Мяско есть. Сейчас достаем с алкоголя, мясо стекает от влажности и делаем второй маринад, а маринуем в специях. Дабы влажность очень быстро ушла из мяса, мы ставим внутренней стороной до решеточки. Так наполняем целое блюдо. Можно мясо с этим блюдом поставить в холодное помещение, я поставлю в холодильник, так как у нас лето и жарко. Ну, вот этот вот алкоголь вместе с сукровицей я добавлю в кашу нашим курочкам. Сделаю такую поправочку, что не курочкам-перепелочкам я добавлю, а курям. Вот такие, как мини-мясные опаливые, брезгальцы и загорские лососевые. А потом петухи, вот так, как вы сейчас чуете, закукурикать даже не может. Только начал кукурикать. И что-то в него в горлышке дырынчить, дырынчить. День следующий. И в этом дне я вам скажу здравствуйте. Продолжаем сыровялить мясо перепелов. Я вам показала вот такие свои пироги, которые я сегодня испекла. Пирог с яблоками. Такие только яблочек. Так, ну и давайте по мясу. Мясо замариновала я в специях. Ну, у меня переночевала вот такой вот стеклянной форме. Да, в любой форме можно поставить. В холодильник накрыть пленочкой. И сейчас это мяско, я уже буду его ставить на вяление, на решетку, на марлечку. Сейчас вырежем определенный метраж. Так, ну по специям. Специи вы можете использовать любые, какие вам нравятся. У меня тут специи для шашлыка и специи для мяса. И плюс пожитник. Пожитник и соль. Все, больше тут ничего немає.
Це простояла всю в холодильничку. Пропіталась, я так думаю. І, ребятки, хочу вам сказати, у мене, не знаю, що случилось, но уже два відео з моїми циплятами. Було відео, де я вакцинувала іменно ласотой, а був третій вивод циплят, і таке длинне відео, хорошо все доступне. І воно в мене утерялось. Я його в телефоні просто не можу знайти, в записі відео в телефоні не можу знайти. Хотіла змонтувати, воно утерялось. Ну, це вже пройшло вже время. І сьогодні теж монтувала відео про наших циплят. Це у нас перший і второй виводок. І от этот алкоголь, який був самогонка, я вляла їм в кашу. І от каша мішанка. Ну і там було продовження. Следующого дня прийшовся у нас ливень, і я показала, що слава Богу, що ми з сином, ну як слава Богу, я то контролюю, яка погода буде на ближайші дні. І я дивилась, що передають дожді. Хоча це може бути будь-дощ, не будь-дождя. Но і я завжди говорю, де знаходяться кури, де знаходяться цеплята, старайтесь хоча б. Ну, я то замітаю там через два дні, на третій день, якщо я багато трави бросаю циплятам. Це треба все вбирати, тому що вони, виходить, що оправляються, і потім вже сипеш траву, і вони от з цими какашками це все опять же ж їдять. Їдять цю травичку. Виходить, що птиця перезаражається. От, і, ну, от змонтувала сьогодні відео, все, звісно, красиву картинку зробила, загрузить, хопа, а воно 5 секунд і далі нема. Я навіть не можу. Це в мене було і прошлий год. Но прошлий год я встановила відео і на 2 місяці я літнє відео взагалі не загружала. Чому це так? Не знаю, просто от не дає мені загрузити вам інформацію про цеплят. Спрашували про цеплята. Ну, що по цеплятам? Все нормально у нас по цеплятам. Ну от відео вам не дає побачити. Остався в мене невакцинірований. Тобто у нас гамбура провакцинірований, який це у нас виводок, третій, второй, от ласоту їх треба буде їм прокапати, ну їх велике кількість і я буду торопитися, а це буде утром, я вам, звісно, не покажу. Ми сподіваємося, що у нас от четвертий виводок цеплят, який лупився 22 до 24 июня, ці цеплятка є, от я вам не знаю, от їх отсніму і покажу вам от їхню вакцину. Так, сирвіальне м'ясо відправляю на рішотку. Стелю я от чисту медицинську марлечку. Її не треба ставити ту, яка була у вас там використана, і ви потім її постирали і ставите. Там бобіна, я не пам'ятаю скільки метрів, і стоїть 20 гривень. Там взагалі вона, вважайте, копійки. Не знаю, метрів 10, мабуть, стоїть 20 гривень. Ну, може, зараз в зв'язку з цими масочними режимами, може, і подорожала. Ну, це невелика сума денег, я вважаю, купити новеньку чисту марлечку. Так, зараз я буду сюди ставити, улажувати. Я буду сюди улажувати м'ясо перепіла. Вот мои красивенькие тушечки перепелочек. Прям как поросешечки. Прям такие холесенькие. Хорошенькие мои поросешечки. Это молоденькие перепелочки. Тут есть и мальчики, и девочки. Так, вот так я их выложила на решеточку. Под марлечку. По-разному можно ложить. Можно ложить так. А можно ложить и так. Ну, в процессе вяления. Вот, в процессе вяления мясо, конечно, надо переворачивать. Не подивляться, конечно, какая у вас температура, и как оно будет вялиться. Это все наблюдается. Аромат стоит шикарный. Вот каждый раз маринад у меня один же тот же самый. Алкоголь я мариную в первом маринаде в коньяке. Но цей раз я сэкономила. Коньяк я оставила. И так как я достала банку трехлитровую, самогонки пропаювала своїх цеплят, які попали під грозу. Ну, куди мені ту самогонку діти? Я вже сюди її в м'ясо. Це мене не контролювала моя Ольга, вона уїхала в Турцію, віддихає. Так що, без відома Ольги, мама отак зробила, замарінувала перепілов самогоночки. Ну, а так, як завжди, мариную в коньяки старій кахеті. В старій кахеті 3 зірки, але я було закупила. Була чуть-чуть там акція, скидочка, по-моєму, на 10 гривень або на 15. От такий коньяк. Я його ще не вскривала, не пробувала. Думаю, різниця там буде небольша.
Він у нас ще запечатаний. От. Ще запечатаний. Ну, я думаю, следующее маринование буде в таком коньяке. Коньяк старий Кахеті, три звезды. Ну, у нас цей, читайте, як він називається. Мужчины, хто любитель алкоголя, хто понимає в цих алкоголях. І чому я в коньяки старий Кахеті, три звезды? Ну, один старий, древній моряк, один старий, древній моряк мені сказав, що беріть коньяк старий Кахеті і більше нічого не ищите. А ми так і робимо. Так, вот наша упаковочка от Марли, ведри из Марли. Так, все, накрываем, но у меня осталось еще три половинки. Сюда нам ничего не вмещается. Вот наши поросёшки, наши красотулечки ароматные. Вот як вот так три недели, значит, у тебя вялиться, сыровялиться мясо и не отведать. Ну, мы постепенно вот так... Проходить десь дві неділі з половиною, м'язка продивляємося, 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 дегустіруємо, дегустіруємо, дегустіруємо. І даби відзняти вам відео, у нас залишається там ну, максимум 4 штучки. Так, беру я ще одну рішоточку, ставлю марлічку і так же само зараз поставимо от ці от три половинки. Так. Вот, хорошо. Можно было бы и сюда нам наложить, где у меня есть перепела. Ну, мне нашу був продых, то есть будет вентиляция мяса, чтобы оно хорошо проходило воздух. И температура должна быть ну, плюс 4, плюс 6, ну вот такая температура, да. И чтобы гонял воздух. И при такой температуре, при таком вот времени, ну... Десь 20 дней надо буде це все ходить, лишать. Ну, тобто, вот эти аромати, вони будуть первоначально, потом вони угасають. Тобто, от присихається м'ясо, воно вивітрюється потрошечки, да? От, і воно вже потім не такий сильний чути осязання. Так, все, коньяк в сторону, а м'ясо відправляється на вяление. Ну все, ребятки, наблюдайте в следующих відео. По мясу, по дегустации. Продаем мы это мясо или не продаем. Мы его очень редко продаем. Но цена его, ну, можно сказать, здесь в пределах до 30 долларов, 30 долларов, 35 долларов. Ну, такая цена, можу вам сказать, за килограмм. За килограмм вяленого перепела. Сколько идет на килограмм? Ну, вот наблюдайте, потому что перепел, перепелу разница. У меня перепел крупный, він мясный, тут есть мясо. И цей раз мы вялили его, этого перепела, без шей, без хребтов и без крылышек. Ну, я сейчас еще раз вам покажу. Вот, тут получается, что даже без вот этих вот коленок. Вот, будут такие ляшечки, и вот тут вот мяско самое. Ну, це все в большей части то, що ви покупаєте от эту колбасу в магазинах, да? Ну, там написано сировялина, варенка, краковська, вот это все дерьмо. Лучше вирощуйте перепела, делайте так, як я, підписуйтесь на канал, дивіться мої відео за 18-й год, за 17-й, може там на старому телефоні слаба ну, озвучка, но понять можна. Вирощуйте перепелов, саме вкусне це сировялиний перепел. Це не перепіл, то як ви робите його під соль, під прес і під батарею, через третій день їсте, то все дерьмо. Дерьмо. От такий перепіл. Це затратно, але вкусно. Всього вам доброго, пока-пока. І жду ваших коментарів, дорогі мої.